Всем привет, на связи Тепличный Движ. Сегодня у нас 30 апреля. Подготовили землю для помидор. Делаем мульчу и сразу улаживаем капельку. Смотрите, какая красота получается. В тот раз мы делали под кукурузу, людей нанимали. Ну, честно сказать, это совсем не то. Трактор, это совсем по-другому. Видите, как красивенько у нас получается. 70 сантиметров ширина. Капля у нас эмиттерная. Здесь у нас где-то будет соток 40. Пока это выглядит так. Намного, честно, быстрее, чем люди. Представьте, это людей нанять. Они должны все закидать. И не так красиво оно все выглядит. Вот так вот. Такая вот красота. Молодец. Придумал, конечно, такое. 2 секунды, 3 ряда уже готовы. Так, смотрите, как оно все работает. Бочка утрамбовывает землю, чтобы она плоская была. Вырывают канавки, запускают пленка и капля. А сзади у нас тоже оно за собой уже загребает. Вообще красиво, конечно, красиво. Так, друзья, смотрите, час работы. И сэкономлено очень много времени и финансов. Если бы людей нанимать, намного все было бы дороже, качество было бы хуже, и времени было бы очень много потрачено, так как люди так сделать не смогут. Все красиво сделано, загорнуто. У нас между этим и этим рядом 1,40 м. Помидор у нас будет по сортам. Теперь нам останется купить трубу, краны сделать навсюду, поставить тут надо будет бочку на 3 куба, если будет больше, то больше, до нее подвести системы, будет она греться у нас на солнце, и все, и насос, хороший насос на 9 кубов в час будет нам продавливать систему. У нас там на кукурузе чуть слабее, сюда мы купим 9 кубов. Так что, друзья, смотрите, как красиво. Я садил кукурузу под мульчу, нанимал людей. Это очень много нервов и много слишком внимания нужно уделять этому всему людям, чтобы они не халтурили, так сказать, а выполняли работу. Намного это все очень, так сказать, трудоемче, чем трактором. Все, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал Тепличный Движ, ставьте лайки, пишите в комментариях. Все, друзья, на этом всем пока.